Всем привет, меня зовут Ирина Набок. Сегодня в МК покажу дизайн с полупрозрачным вуалевым эффектом. Для этого использую гель-лак, который имеет перламутр в своей основе. Например, Fiore Cheroid номер 270. Для большего эффекта полупрозрачности добавлю базу и затемню черным номер 188 той же фирмы. На высушенную поверхность отпечатываю фольгу. Сделаю обводку по краю, покрываю матовым. На этом дизайн может быть завершен или дополнительно украшен, к примеру, вензелями. За основу беру тот же базовый цвет, покрываю матовым, делаю контур черным. Не просушивая, посыпаю акриловой пудрой. Рисую вензеля и также посыпаю акрилом. Весь дизайн делается с промежуточной просушкой. Креплю стразы. Для следующего дизайна добавляю базу и смешиваю с черным. Наношу, покрываю глянцевым топом, рисую принт. Посыпаю акрилом. Украшаю бульонками. Дизайны готовы.